Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас мы с вами посмотрим, как на телефоне Vivox Fly 6 будет идти игра Call of Duty Mobile. Пока я ее открывал, у нас она немножко подлагала, поэтому я бы поставил настройки графики пониже, наверное. Так, они стоят низкие, тогда поставим число кадров в секунду высокое. И давайте тогда начнем игру. Как видите, немного у нас подлагивает, даже когда мы смотрим за нашим союзником. Но давайте сейчас проверим, как будет идти у нас. Я даже не особо заметил, подлагивало у нас или нет. В принципе, как вы можете заметить, не лагает на низких настройках, если вы еще и поставите высокую частоту кадров. Да, как вы видите, в принципе, на низких настройках вообще не лагает, поэтому давайте, наверное, закончим этот раунд. И подведем итог. В принципе, не лагает. Я думаю, что если графика низкая и так вот появляются предметы, как у нас на экране, то это ничего особо страшного, ведь примерно 60 FPS у нас гарантированы на низких настройках. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!